Яны маладыя, прыгожыя і актыўныя. 23 пераможцы районных этапаў спаборнічаюць у аглядзе конкурсе «Лідар года». Абласны этап ладзіцца на базе абласнога цэнтра творчасці. Это наша представительница, это, собственно, наш лидер. Ее зовут Даша, это Франтикова Дарья. Умею активно участвовать в жизни школы, но активистка. Ну что еще? На самом деле она еще очень скромная. Вось такие веселые, неурымсливые, открытые. Гэтым хлопцам и девчатам докладно отповедая и назва проекта «Лидер года». Усім удельникам от 14 до 17 годов. Кожный подрыхтовал портфолио и уласный социальный проект, где конкурсанты рассказывают про свою штуденную працу, допомогу со старылым. Вместе с моей дружиной мы оказываем помощь детям из многодетных семей, помогаем обрести домашним животным дом, также помогаем детям из приюта, оказываем помощь, собираем деньги и также школьные принадлежности и игрушки. Тут яны робят свято, але уже те могут быть серьезными и отказными. Я стратег своей жизни, я правлю своими как-то действиями. Все время я нахожусь в движении жизни. У нас будет зажигательный номер. Вы все увидите своими глазами. Очень классно получилось, да. Зразумела, что отбирали самых-самых. Тому одразу же на открытии огляда конкурса журы назвала усих удельников пераможцами по житти. Их это не перебольшение, яны так живут. Отбор проходил по 4 номинациям. Это портфолио, где участник, конкурсант представлял свою визитную карточку, описывал свои достижения. Каждый из молодых лидеров имкнулся не только яскраво представить себе, але и презентовать свою команду и школу. Да, конечно, волнуемся, но, безусловно, это мероприятие очень знаковое для нас, поэтому все мы волнуемся и очень хотим победить. Пераможцы областного этапа наприканцы мая представить в области Минску на республиканском огляде конкурсе «Лидер года 2016». Татьяна Дмитриева, Дянис Бутылин, «Новини регион».